Всем привет! Сегодня я подробно расскажу, как я вязала это пончо. Сначала я расскажу основные моменты, все как обычно, общую картину, а затем уже расскажу все по петлям и рядам. Я вязала из пряжи это пончо Ализе Ангора Голд Батик. В 100 граммах здесь 550 метров, 80% акрил, 20% шерсть. Номер цвета 1986. Это уже не полный моток у меня здесь, так они побольше моточки. По сантиметрам я сейчас все расскажу. На такое пончо у меня ушло пряжи всего лишь 330 граммов. Пряжу я получала из интернет-магазина «Пряжа Су», и под видео будет информация по промокодам, также я оставлю ссылку на конкретно на эту пряжу. Разные есть расцветки, можете выбрать любую, какая вам нравится. И также там будет два промокода. Один новый, Надя26, он дает скидку 5% на весь ассортимент пряжи в интернет-магазине «Пряжа Су». А прежний промокод Надя22, он также действует до 1 февраля 2024 года. И там есть некоторые ограничения. В общем, все это будет написано в описании к видео. И также в описании к видео вы найдете ссылки на Wildberries и на Озон, на вот эти чудесные держатели для мотков и бобин. Итак, по размерам. Здесь не сказать точно, на какой это размер, потому что изделие такое свободное, широкое, и, в принципе, оно подойдет на любого взрослого человека практически, я не знаю, наверное, до 60 размера. Я сейчас все в сантиметрах скажу. Что я измерила? Я измерила длину регламной линии, так как она идет вот от начала до конца полностью. И длина у меня получилась 67 сантиметров. Вообще пончо вяжется оно сверху вниз обычным регланом, без выделения отдельно рукава, полочки, спинка. И просто мы, как вот мы вяжем кокетку, так оно и вяжется до самого конца, с прибавлениями в каждом втором ряду. Поэтому здесь я буду говорить общее все. Как определить, когда закончить вязать прибавление по реглану? Это зависит от длины рукава. То есть вяжем обычным регланом, как кокетку, до конца, пока не дойдет длина до манжета. Вот так. Пока не останется. Можно даже чуть больше, оно будет немножко с припуском. У меня я вот вязала на высоту регланной линии по передней части, я измерила 67 сантиметров. И у меня получилось, вот отсюда я измерила от планки до конца длину, я измерила, получилось 59 сантиметров, вот, до манжета. Длину также я измерила по, вот, от плеча отсюда до нижней части. Получилось у меня 70 сантиметров, но здесь, я сейчас буду об этом рассказывать, здесь еще углубление по нижней части связано. То есть это не та длина, на которой я остановилась. Манжет. Ширина вот здесь 10 сантиметров примерно, так если не растягивать 10, и длина 6 сантиметров. Ширина планки резинкой 2 на 2 тоже 6 сантиметров. И также я измерила еще общую длину по нижней части изделия, не длину, ширину по нижней части, половина, у меня получилось 184 сантиметра. Вот одна часть, это я измерила и ту часть, где рукава, и ту часть, где полочки. Вот так в сложенном виде положила. 184, ну, умножить на 2, если по обхвату. Довольно широкое изделие. И так, как я сказала, вяжется все обычным регланом, начинаем сверху, без планки, набираем петли, как
при вязании обычного реглана своеобразной горловиной, то есть для спинки и для рукавов и регланных линий. И вяжем до, как я сказала уже, до той длины, где начинается, где должен начаться уже манжет. После этого я вывязала углубление по спинке. Так, ниточка здесь. Вот так, если посмотреть. Вот углубление по спинке и по полочкам. То есть оно получилось вот так полукругом. Ну, на фото вы уже видели, это как это выглядит. Вот так. Потому что если без углубления, оно немного короче получается. Дальше, вывязав, это я все подробно сейчас буду рассказывать, как я вывязывала это. Вывязав это углубление, я начала закрывать петли полностью по кругу и снимала петли для манжетов. Все остальные закрывала. Затем я по кругу связала на круговых спицах манжеты и после этого уже привязала планку. На планке я вывязала 4 петли для пуговиц. Можно больше делать. Планка связана резинкой 2 на 2. Манжеты связаны резинкой 2 на 2. По нижней части я ничего не вязала, просто так и закончила лицевой гладью, как и связано все основное полотно. И здесь, что я хочу сказать в конце. Лицевая гладь, кто будет вязать, вы не удивляйтесь, что она закручивается, естественно, немножко. Даже не очень, немножко. После стирки, стирала я в стиральной машине на обычном режиме при температуре 30 градусов, отжим 800 оборотов ставила и дополнительное полоскание. И когда я все это разложила на горизонтальной поверхности, расправила, немного низ выпрямился, но все равно закручивалась. И затем уже, когда все высохло, я по низу, только по нижней части, отпарила. И отпарилось все очень хорошо с первого раза, вот проходя паром, край полностью развернулся. Эта пряжа, она, ну, хорошо, можно сказать, отзывается на отпаривание. Полностью все я отпаривать не стала, так как все-таки оно становится немножко тоньше, не сильно, но чуть-чуть по низу. А все остальное я не отпаривала. Вот здесь разницы, в принципе, не особо заметна. Можно отпарить все при желании. Я отпарила только низ, чтобы не закручивалось. Здесь можно, конечно, закрыть и с утолщенным краем, но тогда оно не будет вот так хорошо струиться. Оно должно, все-таки это очень широкое изделие, оно должно струиться. И пряжу для этого нужно выбирать такую, чтобы она была легкая, струящаяся, иначе будет все колом стоять и некрасиво будет. Это вот такие общие моменты. А теперь я буду рассказывать. Так, нет, еще сначала я расскажу, что касается регланной линии. На регланной линии вот такой узор. Схема я ВКонтакте оставлю, но кто не может зайти ВКонтакте, вот делайте скриншот. Она очень простая, и здесь 12 петель, а я на регланной линии оставила 10 петель. То есть я по одной изнаночной вот здесь убрала. Одна изнаночная, 8 лицевых, где идут перекрещивания, и одна изнаночная. Вот у меня регланная линия, 10 петель по такой схеме. И еще. Те регланные линии, которые идут между спинкой и рукавом, я сразу набирала по 10 петель на регланные линии. Те же, которые между рукавом и полочкой, изначально из 10 петель я набирала только 5. А остальные я уже добирала в процессе вязания. Чтобы не получилось, так как она очень широкая, и если набрать сразу 10 петель, будет
не V-образная вот такая горловина, а она будет вот так немножко закругляться, а потом только V-образная. Ну, в принципе, можно и так, конечно, попробовать, но так ложится лучше, когда мы не сразу широкую планку набираем, а только часть ее. В данном случае я ровно половину набрала, по 5 петель. И что касается количества петель. Для начала вязания я набрала на спице 70 петель. Что включает в себя это количество? Спинка, 22 петли. Рукава, по 8 петель. 2 регланные линии по 10 петель. И 2 регланные линии изначально по 5 петель. И 2 кромочные петли. Петли для полочек я добирала уже в процессе вязания. Это я сейчас просто сказала по количеству, начального количества петель, то есть 70 петель. И сделала, вывязала я росток с углублением по спинке. Так, вот так. По 3 точки разворота. 3 точки разворота по рукаву и 3 точки разворота по спинке. Как я распределила количество петель? Если считать от регланной линии между спинкой и рукавом, то петли я распределила так, точки разворота 3, 2, 2. Здесь то же самое, 3, 2, 2. А на спинке, если считать от этой же регланной линии в сторону спинки, 2, 2, 3. Также так, от регланной линии в сторону спинки, 2, 2, 3. И так я провязывала от начала вязания. Сначала провязала вот эти регланные, вот эти точки разворота на рукаве и часть спинки. Затем перешла сюда и провязала здесь рукав, спинка, рукав, спинка. Затем довязала до конца и связала еще один ряд. Итого получилось в общем 3 точки разворота плюс вот эти 2 ряда выравнивающих, 8 рядов. И дальше после этих 8 рядов я начала отсчет с первого ряда. И дальше начала вязать просто обычным регланом, выполняя прибавление. Так, во время вязания ростка тоже на регланных линиях обязательно до регланной линии после делаем прибавление. И затем также после вот этих 8 рядов, о которых я сказала, начинаем вязать. И первые 5 прибавлений в каждом втором ряду делаем внутри регланной линии. То есть прибавления идут не после регланной линии, а внутри регланной линии, чтобы дойти до вот этих 10 петель. Дальше прибавляла я петли. Вот они, 10 петель. Изнаночная, 8 петель лицевых, на которых идут перекрещивания, изнаночная. Но прибавляла я петли после следующей лицевой и здесь перед лицевой до регланной линии, чтобы не после изнаночных, можно, конечно, и после изнаночных, но так получается аккуратнее, когда еще по одной лицевой оставляем здесь. По сути, получается 12 петель внутри, но при расчетах я учитывала 10. Когда ширина регланной линии по передней части достигла 10 петель вот этих, и одна после, вернее, перед здесь и здесь, перед здесь и после здесь регланной линии по одной петле, я начала уже дальше прибавлять, как обычно, до регланной линии и после регланной линии. 5 первых прибавлений внутри регланной линии и дальше, как обычно, до регланной линии и после. И при этом я еще дополнительно выполняла прибавления по полочкам для формирования V-образной горловины. Всего я сделала здесь 12 прибавлений. Первое прибавление сделала. Начинаю, как я сказала, после 8 рядов вот этих с ростком, считаю с первого ряда. И первое прибавление в 7 ряду после полного, когда уже начинаю вязать на всех петлях. В 7 ряду первое прибавление, всего 12
прибавлений по V-образной горловине. 9 раз я сделала прибавление в каждом шестом ряду, то есть в первом делаю, потом 5 без прибавлений, в следующем делаю, 5 без прибавлений, в следующем. И последние 3 прибавления в каждом четвертом ряду, то есть сделала прибавление 3 ряда без прибавлений. В четвертом прибавлении опять 3 без прибавлений, в четвертом прибавлении 9 раз в шестом ряду, 3 раза в четвертом ряду. Всего 12 прибавлений с каждой стороны. Здесь тоже я после прибавляла из протяжки петли кромочная, затем одна лицевая, из протяжки петля. Здесь это в начале ряда и в конце то же самое. Прибавление из протяжки, лицевая, кромочная. После того, как все прибавления по полочкам для V-образного выреза были выполнены, дальше я уже полочки вязала по прямой. И здесь уже просто вяжем по кругу, делая прибавление до каждой регланной линии и после. По одной петле в каждом втором ряду. До той длины, которая вам нужна. Я не считала количество рядов, когда вязала, потому что ну, это их очень много здесь. Но затем, в конце уже, когда я все связала, я пересчитала количество петель. И что у меня получилось в конце, когда я закончила вязание с прибавлением по регланным линиям, в конце у меня получилось следующее количество петель. Без учета регланных линий, я считала регланные линии отдельно, лицевая гладь отдельно. По спинке у меня получилось 188 петель. На полочке, на каждой полочке 87 плюс кромочная 88. И вот эта часть, которая относится к рукаву, вот здесь, получилось 170 петель. Соответственно, на втором рукаве то же самое. 170. Дальше я провязала закругление низа, немножко прибавив длины. Всего примерно 7 сантиметров я провязала. 20 рядов. Как я это делала? Вот у меня 188 петель без регланных линий. И я разделила эти петли примерно на 3 части. У меня получилось в центре 64 петли и по краям по 62 петли. Вот эти в центре, среднюю часть, я не трогала. А по крайним, где по 62 петли, я вязала укороченные ряды и сделала следующий расчет. Значит, я отметила от регланной линии сначала 8 петель и затем остальные по 6. Всего я провязала так 20 рядов. То есть у меня получилось 10 точек разворота. Здесь, с этой стороны и с этой стороны. Также от регланной линии сначала 8 петель, а затем остальные точки разворота по 6 петель. И так я вязала. Вот так, если немножко положить. Вот начинаю я же сверху вниз вяжу и провязываю только на петлях спинки, не захватывая регланной линии. Провязываю петли спинки, не довязываю 8 петель, разворачиваюсь. Дальше в изнаночном ряду также провязываю, не довязываю 8 петель до регланной линии. Разворачиваюсь и дальше остальные точки разворота по 6 петель. Не довязала 6 петель, развернулась, не довязала 6 петель. Еще раз. Вот так. То есть на сокращение. Также точно я связала на полочках. Отдельно каждую полочку. Отметила также от регланной линии 8, 6, 6, 6. Также 20 рядов на одной полочке и 20 рядов на второй полочке. Здесь
отметила 8, 6, 6, 6, 6. Вот так. Также 20 рядов провязала. После этого я начала закрывать петли от начала ряда. Если вот отсюда начинаем, закрываю петли, довязываю до того места, где я буду вязать манжет. Что касается количества петель, я сказала, что общее количество на рукаве, вот если его назвать рукавом, вот эту всю часть, получилось 170, да, 170 петель. И вот я закрываю петли, дошла до регланной линии перед рукавом и закрываю 59 петель. Следующие 52 я снимаю, вот так, если их раскрыть, вот 52 снимаю и продолжаю закрывать петли. То есть вот эти 170 петель я разделила так: 59 у меня по 59 свободных и 52 на манжет. Закрыла все петли, эти петли остались открытыми на манжетах. Я перенесла эти петли на круговые спицы способом Magic Loop. Провязала резинкой 2 на 2, 16 рядов. Петли закрыла протяжкой по узору, свободно. 16 рядов. Затем также второй манжет закрыла. Все, осталось связать вот эту планку. Планку я вязала так же, как мы вяжем на обычных таких изделиях, начиная набор по краю. По кромочным от нижнего края правой полочки через горловину до нижнего края левой полочки. Набирала с ритмом из двух кромочных 3 петли. То есть из каждой кромочной я поднимала по одной петле. И через каждые 2 петли я делала дополнительный накид. Можно поднимать между петлями. Я всегда делаю накиды, и эти накиды в следующем ряду провязываю по узору резинки скрещенной петлей. И таким образом набирала из каждой кромочной по одной петле 1-1 накид, 1-1 накид. То есть из двух кромочных 3 петли получается. И всего у меня получилось общее количество 348 петель. И на этом количестве петель я провязала резинкой 2 на 2 18 рядов. Также я вывязывала отверстия для пуговиц. Если считать от низа, от края, начало вязания, получается 15 петель, затем 2 петли для отверстия. Дальше 22 петли, 2 петли для отверстия, 22 петли, 2 петли для отверстия, 22 петли, 2 петли для отверстия. Вот так. То есть между пуговицами 22 петли, а от низа изделия 15. Вот здесь. Всего 4. Вот. Петли планки также закрыла протяжкой по узору. Там, где лицевая, провязывала лицевой, протягивала через предыдущую. Там, где изнаночная, провязывала изнаночной и протягивала через предыдущую петлю, не затягивая. То есть она эластичная получается. После стирки изделие в размерах не изменилось. Я измеряла примерно длину и ширину до стирки и после, практически все то же самое. Единственное, что вот оно расправляется получше. После стирки пряжа становится еще мягче и очень хорошо струится. На этом все. Вяжите с удовольствием. Я желаю вам всего самого-самого доброго и до новых встреч!